С целью проанализировать работу ГИБДД, усовершенствовать ее и узнать мнение и советы жителей, сотрудники провели анкетирование горожан. Как рассказовцы оценивают работу инспекторов и на что, по их мнению, нужно обратить внимание ГАИ, смотрите в нашем сюжете. Сотрудники госавтоинспекции периодически проводят различные рейдовые мероприятия, которые направлены именно на профилактику нарушений правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Чтобы улучшить работу ГИБДД, сотрудники провели опрос жителей города. Оказывается, что участники дорожного движения вполне удовлетворены работой ГАИ. Как вы относитесь к работе работников ГИБДД? С плюсом. А какие плюсы? 5+. О, скажите, пожалуйста, вот вы как оцениваете работу госавтоинспекции у нас в городе? Сталкивались? Милиционеры, кто бы то ни был. У них работа такая, это их не обязанность. Они службу несут. За это обижаться не надо. Нет, а ну вы как считаете? Вот нормально, молодцы ребята, очень хорошие. Хорошо работают, что, все. Скажите, пожалуйста, как вы оцените работу госавтоинспекции у нас в городе? Нормально, очень хорошо работают. С кем я сталкивался, пока нормально ко мне относятся. Предупреждают о каких-то моментах, советуют. А придирок пустых я не видел. Сегодня у нас в городе Рассказов состоялся опрос общественного мнения о том, как люди оценивают работу госавтоинспекции в целом, считают ли они действия сотрудников законными и в целом оценивали отношения граждан. Участники анкетирования могли внести свои пожелания для усовершенствования работы ДПС. Некоторые считают, чтобы снизить количество аварий и пострадавших в них людей, необходимо усилить работу сотрудников у пешеходных переходов. Другие предлагают установить видеокамеры на аварийно-опасных участках и обратить внимание на нарушение правил парковки. Ну, чтобы они почаще смотрели, особенно на переходах, какая машина останавливается, а какая едет. И идешь, вот и смотришь, как тебя кто держит, не сбил. Камеру установить, чтобы правильно вот здесь парковались люди. А то очень многие нарушают правила парковки. Вот такая проблематичная улица, допустим, Красноармейская, она сейчас является. Скорость 60 км в час, правильно? Где-то там ничем не ограничено. Вот. Ну, так наблюдаю, так как рядом живу, там, грубо говоря, скорости 80 и 100 превышают. Вот. Где-то нужно все-таки, наверное, полицейский положить. Да, я думаю, так, да. А вот эти знаки, допустим, 40, по-моему, они уже плохо работают, скажем так, да. Как правило, такая работа дает определенный положительный результат. После этого, после таких опросов с сотрудниками проводится разъяснительная беседа, где непосредственно учитывается мнение граждан, делают соответствующие выводы. Ну и, как показал сегодняшний опрос, все-таки у большинства респондентов складывается положительное отношение к сотрудникам госавтоинспекции и к их работе в целом. По итогам анкетирования видно, что горожане считают работу сотрудников ГАИ законной, справедливой и корректной. А все предложения по улучшению качества работы и обеспечению безопасности дорожного движения руководителями ГИБДД будут изучены и применены в профилактической работе. Опрос «Как вы оцениваете работу сотрудников ГИБДД» был размещен на портале города Рассказово, и ответы пользователей совпали с ответами горожан. 22% хотят, чтобы инспекторы ДПС были справедливы. По 4% опрошенных считают их работу законной, вежливой и претензий к ним не имеют. А вот авторам других ответов не приходилось сталкиваться, но в целом пользователи портала считают, что сотрудники ГАИ молодцы, делают свое дело. Ирина Птуха, Екатерина Студенова, Степан Дикаленко. Новости ТВ Рассказово.